5 июня состоялось первое заседание Совета при президенте Республики Татарстан по науке и образованию. Встреча прошла на одной из площадок Казанского национального исследовательского технологического университета имени Туполева сразу после демонстрации возможностей КНИТУ КАИ. Главной движущей силой развития научно-технического потенциала нашего региона являются федеральные два национальных исследовательских университета. Татарстан по-прежнему показывает заметную положительную динамику в научно-инновационной сфере. Многих интересует, в какой мере ощутимый рост восполнил упущение в области фондирования научной и научно-технологической деятельности, которые наблюдались в 90-е. Данный вопрос поднял, в частности, ректор КФУ. В своем выступлении Ильшат Гафуров обратил внимание на судьбу большого количества вузов и научных центров Казани. Поскольку подавляющее большинство вузов работает исключительно как образовательное учреждение, поставляющее кадры для нужд народного хозяйства. Поэтому зачастую при встречах с руководителями предприятий, как радости руководители почти всех наших крупных предприятий находятся и здесь, всегда возникают одни и те же вопросы, кого, для кого и какого качества специалистов мы готовим. Также ректор КФУ упомянул о глобальных рейтингах научных центров. На сегодняшний день только Казанский федеральный представлен в мировом пространстве, несмотря на то, что каждый из крупных университетов Татарстана работает как минимум на один из предметных рейтингов. Теперь всем высшим учебным заведениям республики предстоит выйти из исключительно образовательной системы концепции «Университет 1.0» и перейти в число вузов, разрабатывающих и внедряющих технологии, перейдя в работу концепции «Университет 3.0». Немаловажно, что рейтинги способны увеличить престиж региона на глобальном рынке. Существующий у нас до ныне формат организации высшего образования мировой аналитики традиционно классифицируется как университет 1.0. Цифры обозначают количество миссий университета. В свою очередь, университеты модели 2.0 нацелены на обучение и научные исследования одновременно. А вот уже в университете 3.0, в формате которого работают ведущие вузы мира, к двум последним миссиям добавляется еще и коммерциализация знаний. В итоге первого заседания удалось достичь понимания необходимости выводить вузы республики на международный уровень. По результату заслушивания докладов и последовавшего обсуждения Совет внес 1,5 рекомендаций для формирования президентом Татарстана поручений и внесения поправок в законодательные акты. Несмотря на то, что первое заседание ставило своей целью лишь сбор общей информации по поставленной проблематике, следующие встречи будут носить более сфокусированный характер и проводиться регулярно. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.